главное преимущество у нас, что токи разделены на главный ток, начало трубы и конец трубы. И это отдельно можно регулировать на каждой трубе. Потому что ни в одной сварке этого нет, только у нас это есть. Разделенные токи на начало и конец, и середину. То есть любые условия заказчика можно как бы подгонять под условия трубы, которые изготавливаются. Режим изменяется элементарно. Вот сила тока, длина стежка, сила тока, промежуток между стежками. Это основная труба. Потом идет начало трубы, длина стежка, сила тока начала трубы, промежуток между стежками у начала трубы. Потом конец трубы, длина стежка, сила тока, промежуток между стежками. Если нужен сплошной шов, то ставится нолик. Если скорость будет меньше, то, соответственно, промежутки нужно увеличивать. Но это уже под конкретную задачу. Скорость, опять же, скорость регулируется тут же. Вот она. Что это максимальная скорость, это уже регулировка, как мне нужно. Соответственно, оператору достаточно ввести номер команды, номер программы как таковой для данного металла или для данной трубы, и никакие настройки уже не нужны. То есть есть первая программа для 0,5 металла, толщина такая-то, длина изделия такая-то, и все дела. Оператор по-любому просто тупо выбирает номер программы, и все, он не оперирует числовыми значениями токов, это настраивается при пусконаладке.